Всем привет, с вами Наташа. Сегодня я вам покажу, как мы приготовили куриную тушенку. Вчера я целый день занималась с петухами, мы их рубали, всех лишних. Пару старых курочек зарубали, и из них я делала тушенку. В этот раз я просто порубил муж петухов на кусочки. И я пересыпала их солькой, где-то на литровую банку ушла столовая ложка соли, лаврушка и перчик. Лаврушка один листик на дно и солькой пересыпала, потому что уже устала и не хотелось руками эти кости помолотые мешать, чтобы они мне руки не порезали. Поэтому в этот раз я просто пересыпала солью кусочки, вот так укладывала и трамбовала плотно-плотно в банке. Вечером вчера поварили, давление подняли до 4, но 4. И утром, вот сейчас муж уже открыл бак, вот сзади меня стоит бак. И сейчас покажу, какая она получилась. Сейчас достаем нашу тушенку. Вот так она стоит. Я уже сразу подписала. В тот раз я проверила, что вот она стоит так, в водичке. В тот раз я уже проверила, что она, этот маркер не смывается. И я уже сразу подписала. Все, воду лить не хотелось. Хотелось, чтобы именно была курица в своем соку. Сейчас поставлю вот так и покажу, какая получилась. Вот, очень красивая. Желтенький вот жирок, бульончик, без всякой воды. Ну, плотненько я утрамбовала. Вот, лаврушка, перчик на дне. Все, ну и пересыпала вот так. Ложила кусочки мяса, соль, перец. Опять кусочки мяса, соль, соль, перец сверху еще немножко. Так, распределяла одну столовую ложку на соли на вот эту банку литровую. Вот такая тушеночка получилась. Я считаю, очень даже хорошо. Она с косточками, поэтому и эти куры у нас суповые, поэтому пойдет у нас это в суп. Вот открыла банку и сразу в кастрюлю выложила и залила водичкой, сварила бульон и супчик готов. Все, готовьте. Можно вот из курочки делать. У меня на видео есть с индюшатины. Там, правда, я в воду лила. Она такая индюшатина была у меня постная, нежирная. Ну, я первый раз делала с индюшатиной, с костями, поэтому немножко воды доливала. В этот раз я утрамбовала плотненько, пересолила, лаврушка, перчик. И вот такая тушеночка. Думаю, вообще замечательно получилось. Кому интересно про автоклавы и тушенки из него, у меня есть плейлист, я тоже оставлю внизу или в конце видео вставлю. Все, всем до свидания, всем пока, готовьте, кушайте на здоровье. Взяла сегодняшнюю тушенку, что готовила с курицы. Тут у меня не полная баночка, остатки были, поэтому я решила ее открыть и попробовать. Ну и посмотри, что получилось. Так, вскрываем. Так. Ну, что хочу сразу сказать. Вот это, что слоями пересыпала, лучше так не делать. Не полениться, перемешать все соль, перец и лаврушку. Потом оно должно немножко все-таки постоять и накладывать. Потому что вот так слоями, так вот перец кусками и остался, и на дне лаврушка. Я потом это все трясла, чтобы эта соль хорошо в бульоне распределилась. Поэтому не лениться, а перемешать, чтобы было все хорошо. Так, я взяла вилочку, ну и сейчас вымем. Уже оно постояло немножко только в подвале, уже оно все схватилось. Когда только с этого вынули, она мягче была. Ну, вот такие кусочки уже в желе. Так. Сейчас попробую. Знаете, мяско мягенькое, вкусное, но кости все равно твердые. Кости как кости. Мяско нормально.
вкусно. Вот суп кинуть, будет супер. Да и так, знаете, вот сейчас вот мне захотелось просто мясо. Думаю, хочу мясо. Ну, я же сегодня приготовила тушенку, почему бы ее не попробовать? Заодно я вам расскажу и покажу. Вкусная, хорошая. Петухи у меня были нежирные, молоденькие. Пару курей было старых. Так что можно готовить. Место морозиловки не занимать петухами. И время, получается, пока варишь, оно тоже тратится. Вот так приготовил. Раз, супер. Вкусно. Сейчас поем. И вам того же желаю. Вкусного. Приятного аппетита. Готовьте. Вот такая тушеночка получается. Все, пока.